Сегодня 6 мая. Мы направляемся в Усть-Утку. Оттуда пойдем по воде. И сдохнем там. Пальнику примерзнем. И 10-го числа на работу не выйдем. Я вообще, нам-то сюда надо было идти. Блин, я вообще не понимаю. Сюда-то? Я просто захотел сюда. Зачем вы за нами пошли? Утро второго дня также не радует нас погодой. Сегодня валит снег. Собираемся потихоньку.
умрем, умрем здесь от холода, под снегом. Старт второго дня. К столбам. Это примерно 40-й километр нашего сплава. Погода все так же радует нас ветром, градом, солнцем, снегом, дождем. В ходе второго дня нашли место для стоянки с навесом, с крышей над головой. Теперь нам не страшен дождь. Всем приятного аппетита! Снег. Сколько мы прошли? Сегодня прошли где-то километров 20 против ветра. Заколебались. И сколько мы в общем от места старта? В общем мы проехали где-то в километров, наверное, 40. Завтра будем пахать. Дабы успеть.
Поехали! Вы хотите песен, есть у меня. Я переору любого соловья. Я старый металлист, тусовщик и стиляга. А сейчас будет зла и матерая соляга. Сегодня мы прошли еще около 20 километров. Погода не радовала совсем. Сейчас тоже около 0 градусов, но хотя бы не идет снег и прекратился ветер. Сегодня мы бы могли пройти побольше, но погода просто не дала нам возможности этого сделать. Ураганный ветер, снег. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, погода наконец-то над нами немножко сжалится. Сегодня 8 мая и третий день нашего путешествия. На улице 0 градусов. И прошли мы за 2 дня очень мало. Поэтому сегодня нам нужно ускориться, пройти как минимум 40 километров.
сколько мы сегодня километров прошли? 40 где-то? За день. То есть план выполнили. И сейчас мы находимся где? Раз поворот, два поворот, три поворот, четыре поворот. Все, и мы дома. Ну как дома? Мы еще дальше от дома, чем в начале пути. Сегодня мы прошли около 40 километров. План выполнили. С погодой очень повезло. Мы шли и радовались. Сегодня наша последняя ночевка. Завтра выходим на финишную прямую. И в 4 часа домой. Температура недавно была примерно плюс 3. Сейчас снова пошел снег. Ну ничего, последняя ночевка. Я думаю, мы как-нибудь выдержим. Я приеду к тебе вскоре. Будет спать спокойно город пленок и акация. Жизнь начнется без обралов, сундуков и генералов, демобилизация. Вижу в небе белую черту. Мой фантом теряет высоту. Катапульта, вот спасение. И на стропах натяжение. С перца в пятки, в штопор я иду. Катапульта, вот спасение. И на стропах натяжение. С перца в пятки, в штопор я иду. Только приземлился в тот же мир. Из кустов раздался дикий крик. Желтолицые вьетнамцы верещат в кустах, как зайцы. Я упал на землю и затих. Желтолицые вьетнамцы верещат в кустах, как зайцы. Я упал на землю и затих. Итак, мы в конечной точке нашего маршрута, Верхняя Ослянка, деревня. Все прошло по плану, даже несмотря на встречный ветер, мы уложились в то время, в которое планировали. В целом застали снег, дождь, минус, плюс, и сейчас замечательная погода, мы рады, мы сушим весла и ужинаем и отправляемся домой. Третий мой сплав. Мне, ну, больше понравилось, чем нет. Были, конечно, моменты, когда Брага пошел в очередной раз искать, где ему поссать. Она сносила снегом и ветром, мы ждали его. Это очень самый запоминающийся момент. Потом момент, когда мы искали с ним, он у себя, я у себя, клещей. Тоже было великолепно, впечатления просто незабываемые. Погода каждое утро подбрасывала нам снега. Было вообще супер, короче. Это лучший сплав из трех? Лучший был прошлый. Честно говоря. Ну, в продолжение Юриного разговора, это про ссал в кустах, когда... На всех снег сыпал, пока мы плыли. Все захотели поссать и переждать этот снег так-то. И не надо на Брагу все скидывать. Ну да. Особенно понравилось, когда мы плыли по реке, и на нас накрыл циклон и засыпало всех градом. Нам было очень холодно. И ветрено. Все. Общие впечатления о сплаве у меня отличные. Мне все понравилось. Особенно снег утром, когда вылазишь из сплава. Да.
Мне не понравилось только одно, когда я набухался ночью и встал утром, мне было очень плохо весь следующий день. Я бухать больше не буду на сплаве. Всем спасибо за отличную компанию. Было весело. Салют. Ну, впечатления у меня самые благоприятные, как это ни странно. Мы не умерли, мы выжили, мы доплыли до места. Я очень рада, что я жива осталась после всего, что с нами было. Но больше я с вами никуда не поеду, я вас всех ненавижу. Прощайте. Все. В общем, как всегда, ночь, тишина, холод, дождь, снег, в лесу. Когда лежишь, просыпаешься, лежишь, охота писить, ну не охота. И все лежат, ты знаешь, все лежат, все уже проснулись, всем охота писить, но там холодно, никто не хочет идти. Ты пытаешься заснуть, и тут кто-то тух-тух-тух по палатке, тух-тух-тух, снег стряхивает, тух, по голове себе постучи. Я думал, это конец. Нет, это был еще не снег в последний день. Опять то же самое, ночь, снег, в лесу. Выглядываю из палатки, вообще лежит тупо снег, как в январе. Вот столько снега лежит. Не то, что там стряхивать, бесполезно стряхивать. Я все. Ну, все было хорошо, короче. Все было круто. Все было замечательно, да. Все, спасибо за внимание. В следующем году на какую-нибудь более суровую речку. Конечно, на что-нибудь поинтереснее, да. Посексуальнее и покрасивее. Пожалуй, это было лучшее приключение за 2 года именно в моей жизни. Несмотря на суровый климат, мы все выжили, никто даже не заболел, и все счастливы. Это, по-моему, просто прекрасно. Я надеюсь, что впереди у нас будет еще много других приключений. В следующем году мы съездим на другую реку, навидаемся другой природы. Все классно. Спасибо за компанию всем. Всех люблю. Ну, красиво, да. Но холодно. Я заебалась, честно. Я хочу домой. В Ростове шикарные плюхи с размером с большую печать. В Москве охуительно нюхать, в Челябинске лучше торчать. А, в Питере пить, в Питере пить, в Питере тире пить. Да-да-да-да-да-да, в Питере пить, в Питере пить, в Питере тире пить.